Москву не купишь, она большая. Но для понимания ситуации, стоимость приватизации всего ЗИВа, что минус? То есть 15% от приватизации всего это сумасшедший день. Я не думаю, что кто-то что-то спел, вообще не об этом. Мы ее сняли, и он тоже исчезает. Он исчезли, может, третьего кубета он выезжает. Некуда класть, повод не осталось никаких. Просто лайк отвечать не смогу. Маргариту, ну, например, на малазийский язык, нет, технически, вообще не проблема. Кнопку нажал, аппарат перевел. Ну, как можно адекватно перевести, например, на тот же малазийский, осетри на второй свежести выражения? Вы представляете, сколько надо будет писать комментариев, чтобы они вообще хотя бы поняли, о чем идет разговор? Другая цивилизация. Рукавишник, если вам ни о чем не говорит эта фамилия, я вас уверяю, вы знаете его творчество. Все знают его творчество. Это Александр II напротив храма Христа Спасителя. Юрий Никулин, выходящий из своего автомобиля напротив старого цирка, нулевой километр рядом с Воскресенскими воротами, ну, скажем, захоронение Высоцкого на Ваганьковском кладбище. Ну что, президент, вы наверняка видели все. Не самые лучшие скульптуры. Да, товарищ? Это прекрасно. Друзья, прошу вас, это ой! Красок, люди! Но при этом не все, да? Да, меня никто не писал. Там экскурсия интересная, можно походить послушать. Thank you.
Это самая обычная улица в Москве.
стреляй себе, поставь с собой. Ну нет. Я думаю, надо вернуться к прудам. Там веселее всего. До Бульварного дойдем и потом обратно. Разговариваю, а вот человек, наверное, сразу пончик. Просто так. На канале токсичность не приветствуется. Да я забанил сразу человека. У меня есть там видео про Малый Бронный, там очень много людей насагрилось. Пишут, что я там написал, ну там кликбейтный заголовок, что для богатых райончик. Но мне начали мои подписчики писать, что почему для богатых, один из самых демократичных районов в Москве. В принципе, все живут, походу, все мои подписчики. Буду знать.
будем сейчас курсировать по Малой Бронной и рассматривать достопримечательности. Программисты поехали. Стартап какой-то открыли хороший. Да, наверное, шаурма вкусная тоже. А здесь не лагает сейчас вот. Ну что-то писал, я заметил, что лаги бывают. Спасибо. Ну отлично. Я буду помедленнее идти, чтобы она... Все очень нарядные, я в трениках и в спортивной футболке.
Можно? Да, я засмотрелся там на девушку, не заметил красную. Фильм, помните, «Жил-был певчий дрозд»? Он тоже там засмотрелся и погиб. На красоту. Да нет, жара сейчас упала, прохладно стало. Не, я так понимаю, это не шлепки разные, а там у него нога сломана или что-то такое. Это как корсет поддерживающий. Ну вот, хромает. Какая-то медицинская штука на ноге.
Сегодня уже увидел здесь, получается, вот шагаю по Москве, девушка ходит. Шагаю по Москве. Канал, кто не знает. И там еще Сергей Новик, который с девушками знакомится, элитными на Патриках. Начал делать? Ты же стрима не делал. Вот. Обалдеть. Ты решил попробовать. У меня не про девушек. Что? Страйк не кидали, кстати? Да. Куда? А ты же на Ютубе. Не кидали ни разу? На Ютубе? Да. На Ютубе нету такого. Можно. На меня кидали. Да, серьезно? Да. Они пишут, смотри. Не, серьезно, просто на тебя накидали. Пишут, что вне зависимости от какой страны, на Ютубе, если человек не дает подпись, ну, разрешение на съемку, можно вычесть страйк. То есть я могу написать на тебя? Ты не знал это? Не, это нереально, это хуйня все. Спорим. Спорим. На меня писали, я замазывал лица. Да? Да. Не, серьезно. Тебе прилетали страйки, но, короче, забей хрен. А у тебя было такое? У меня постоянно. У меня город же грешниц. Ага. У меня каждый второй видос страйкует. Кто, из 10. Да, ни один видос не удаляли. Ну, не знаю. Прилетает уведомление, что на тебя написали жалобу. Да. Но не удаляют. Общественное место. Смотри, но... Не-не-не, смотри. Ну, пойдем. Или здесь ладно, потом. Напишешь мне лучше в личку. Вот. Нихуя, фигня все. У меня же город грешниц. Видел видос? Да. Вот. Каждая 2 из 10 постоянно пишут жалобы. Я сейчас из... шагаю по Москве. Наташа, я знаю. Это братишка Нагиева. Да. Это младший брат Нагиева, ребята. Кто? Ты. А, я? Да. Хорошо. Ну, пойдем. А, ты сейчас занят? Через что стримишь? Призму? Смотри, какая красота. А надо? Конечно. А сколько стоит? Так, все. Ну это подписывайтесь, кстати, если интересно, такой Сергей Новик. Он именно стримы делает. Такой самый главный пошляк. Шагаю по Москве сейчас. Сейчас мы ее тоже найдем. Я только что ее видел. Новика поспрашивать, он стримит по часов 10, как он это делает, чтобы связь не обрывалась. А вот она идет, смотрите, вот Наташа, это... один из авторов канала «Шагаю по Москве».
Но она молодец, заморочилась. У нее на телефончике такой микрофончик с защитой. Потому что у меня без защиты, у меня если ветер дует, так он дует прям сильно. И вот как стримеры ходят сразу с двумя телефонами. На одном чат почитал, на другом забанил. Так вот, не только что ее видели, она пошла, я же смотрели на нее. Нови говорит, что это какое-то лицо знакомое девушки. Нови говорит, что она... А, слушайте, это дочка Пескова, что ли, только что была? Блин, ну, я сейчас не отмотаю, но вот в Беленьком только что проходила, очень похожа на Пескова дочку. Солнца уже нету, да. Я думаю, когда фонарики слышишь. Вот, в принципе, Малая Брона, она вот такая небольшая, но я не знаю, откуда слава у нее пошла, как она стала такой парадной. А почему нет? Улица же меняется, она не статична. Здесь мы на людей смотрим. Может, кого-то еще встретим. Я сюда не скоро приеду. Можно пойти. Сейчас. Почти 40 минут ходим, да, сейчас, наверное, выйду и уже закончу, пойду домой кино смотреть. Дима тоже.
Я думал, я Donation Alert не подключил. Спасибо большое за поддержку. Они стримят, мне кажется, почти, наверное, каждый день. И тоже длинные стримы. Поэтому, если стримы любите, вам лучше туда. Вот к этой девушке. Бросился под машину. Я думаю, сейчас на Тверскую и туда, на Манежную, на Никольскую.
Гагрика забанили, заебали. Я же вы увидели, я Гагрика забанил. Гагрика, Бориса Чернова, говорит, забанил, я Гагрика забанил. Много денег попытаюсь, да? Согласен полностью. Настроение такое, прям вообще ничего не хочется. Вот, жара давит, пипец. 30 градусов, вот такая парилка. И вот лучше не замечено. Там немножко небо такое сероватое. Все, теперь все три сошлись. Два в кадре поймал. Новик. Тогда Никольская, и потом туда глаза гудят. Обязательно покажу жизнь за МКАДом. Где-то, я думаю, в начале осени я из России уеду, и будет очень много за МКАДной жизни.
Ну а что, по Малой Бронной ходить туда-сюда, наряжаться, это какая-то интересная жизнь, что ли? Мы вот туда-сюда прошли пару раз, уже скучно и грустно. Вот у мужиков из этих тракторов гораздо интереснее вечер будет, чем у этих ребят на Малой Бронной. Да все снимают на телефон, на айфоны в основном. У меня iPhone 11, у меня под каждым видео это написано, и под каждым видео человек спрашивает. Силуха будет. Ай-яй-яй, шнуром зацепился. Черт побери. Да можно поснимать на ВДНХ, только то надо доехать. Пройдем бульвар через. Не сильно жарко. Ну, вообще некоторые моменты, да. Насколько приятней. Пойдемте здесь.
Малая Бродная, поэтому, наверное, интересно. Там маленькое пространство, такой сельский клуб тесный. Здесь вот опять идешь, идешь. На каждого человека по 50 метров. Кто там спрашивал про замкат? Вот все там красиво. Тропинки, церквушки. Давайте через 8 встретимся. Пожалуйста. Да, подойдите на стол.
это оформишь. У всех городов есть проблемы. Там, где люди, всегда есть проблемы. Идеализировать какой-то город – это глупо.
Наверное, здесь я попробую перейти. Новенькая. Сколько он весит? Он килограмм полтора. Да ладно. Легкий, есть. Да? Да. Но он уже устал все равно. Вот съебался, не знаю. Так, кто-то тут опять политики пришли. Нет, даже не ходят по Москве медведи, их носят на руках. Грех будет на Кузнецкий мост не зайти. Раз уже здесь ходим. О, какие-то опять политики. Все политические лозунги сразу банятся. Здесь не важно, я уже 10 раз объяснил. Только о культуре. Женщина.
Ну, здесь тоже не стена, чтобы высказывать свои интимные чувства. Пусть создает канал, там высказывает, что хочет. На самом деле, вы просто зайдите там любой канал, неважно даже в какой стране, там всегда, если стримы, на первом месте это никакой политики. Потом там расизм, национализм и прочее. Это все может плохо заканчиваться. Зачем? Тем более каналов про политику сейчас очень много, может туда приходить и там сидеть с продавцом. Такой троллинг некрасивый. Довольно красивый. Да, я на Никольскую зайду, сейчас через Кузнецкий мост возле Большого театра прогуляемся. Наверное, там перейду дорогу на Никольскую. Разве это политика? Ну, Сереж, еще один такой вопрос. Я буду считать, что это троллинг какой-то и будет бан. Вот и все. У меня нет времени. Если каждый будет сейчас рассказывать про любовь к президенту какой-то страны, здесь начнется уже... Мы проходили. Зачем здесь лошадь? Так? А, и тут еще одна лошадь. Что это такое? Какой-то бизнес с ним, наверное, где-то зарабатывает. Да, как вот с птицами стоят этими бедными. Плохо видно, Майя Плисецкая. Граффити на стене лучше. Ну какой?
Ох, тут. Давайте здесь прогуляемся. Что здесь так людей много? Сейчас мы здесь потолкаемся. Может, там со спектакля люди будут выходить. И потом пойдем на Большому, Кузнецкому, Никольское. Театра никого. Тоже писать не надо. Надо все-таки уважать друг друга. Вот, можем увидеть счастливого обладателя автомобиля. Смотри, в этом году они разноцветные.
Занимаешься, детский сад.
Странно, что здесь музыкантов нет. Что-то Кузнецкий мост не совсем веселый. Thank you.
Это вообще без разницы, это главное вокруг. Вокруг с вами респект и педали звук. Никаких этикет, ни у кого такого цвета. Джаз, круто, блюз, перенесу на круто лето. Я из широкого лета, и по этому на мне улыбки майка красного цвета. Респект, и так сегодня никаких единиц. Вот так вот у меня в руках, посмотри, в руках у крутится. Осторожно. Вот спас человеку жизнь. Жаль, что так мало поддержки. Чистые пруды я не пойду. Сейчас на Никольскую и потом куда-нибудь в сторону Музеона. Донат у меня отправляется в чат все время. И вообще дело не в ссылке на донат, дело в том, что люди не хотят поддерживать. И это уже, ну, сколько я год каналу, я прекрасно это понимаю. Под каждым видео куча ссылок всегда есть. Ну, я сам придумал себе эту штуку, что пока буду в Москве, буду снимать Москву. Поэтому еще вот месяцок помучаюсь и все. Замкадная жизнь будет.
видео. Фонтанчика. Жара плохо действует. Все музыканты какие-то вареные. Спасибо, вижу зайчик. Спасибо большое. Прочитать не успеваю и плохо вижу сейчас. Спасибо. Я думал камеру там новую 360, которая градусов снимает, но уже если даже на Алиэкспрессе заказывать, она придет там в сентябре, поэтому вряд ли. Москва, ну то есть, точнее Москву вряд ли я буду снимать на нее. Это самый старый фонтан в Москве, кстати. Ну вот жалко, что все закрыто, но может он разрушится, если туда подойти. Было бы интересно вблизи. Я не хочу на 360 стримить, я хочу снимать. В принципе, канал, основной контент это видео в 4К. Мне самому интересно в 4К снимать. Ну что, стрим это всегда качество плохое. И мне интереснее снимать просто, потому что ты вот ходишь, чат читаешь. Очень отвлекается, ты не успеваешь сесть. Красиво уже не получается. Спасибо за донат.
Стримы я бы делал, была идея делать стримы просто как какие-то или мероприятия, чтобы как новость сразу. Или просто вот прогулки такие вечерние. Когда ты в 4К снимаешь, ты больше сосредоточен на визуальном ряде, смотришь. Как-то заяц выскочил, сразу пропал. Я не знаю, не лагает это. Сейчас мы выйдем из темноты. Вот, если не знаете, где можно на Никольский падишман затариться, вот здесь. Вот сразу из горла по кругу. Бабушка, которая все время играет, она уже домой пошла. Девушку простую, пусть услышит, как она поет, но все тебе бережет, разбудный вас, а любовь, Катюша, забежет. Пусть он тебе бережет, родную, а любовь, Катюша, свежет. Очереди. Раз,
сады, заглянул в соседку в сад, а в смуглях болтанка собирает вина. Как раз тебе, я предмет, захотелось вдруг сказать, станем далеко, солнце не встречать, расхудрявый, кто зеленый с лицой, да засмущало, там говорит, тебя снимают, и все, девушка сразу застеснялась. Спасибо большое. Такой танец самый ценный. Ангелы профессиональные нищие, все побежали. А, да, вон полиция привела ангела. И флебустьеров. Угу. Они все разбежались. Дашь либо? Вызоров. Все, ангела повязали. Но они через полчаса выйдут. Уже было такое. Они буквально... Здесь отделение рядом на Китай-городе. Опоздали мы или что-то будет еще?
Я странно. Мне еще галатные мальчики. Средства от всех заболеваний. Не знаю, танец под дождем или нет? Можно потом попозже подойти, глянуть. Ага, не прикипал. А еще танцевать будете сегодня? А, надеюсь, нет. Нет, хорошо. Ну, неплохо. Так, ножом. Сейчас подождем. Давайте мы сейчас. Девочка еще с гитарой отдыхает. Я просто тебе говорю. А, это полиция. Вот почему все притихли. Полиция всех. Я понимаю, но не до такой же степени надо быть подписанным. Они не нас понимают. Музыканты, они конечно. Не хотят мешать. А вот верхам, там много предателей. Как вам не стыдно? Все людей просто ужас, какой. Наше время. Будет играть какую-нибудь уроду, там, батарейка. Да. Что, сгоняют всех музыкантов? Да, походу мы пришли, когда здесь полиция пришла профилактически делать обход. Потом самое смешное, зимой у меня даже видео есть, там ангел буквально через полчаса уже опять стоял здесь. Не знаю, что их там заводят в отделении, что делают. Какой-то праздник будет, заборы поставили. Приготовили. Куда на переходы, что ли?
На Никольскую сейчас вернемся, сейчас там патруль этот пройдет. Мне кажется, это туристическая, наверное, какая-то полиция, или я просто не разбираюсь. Что, удобно лег? Прямо. Сука. Может, до завтра стоит. Ты на Киряна посмотри, он на боках разложился. Давай. Ага. Ох, ебать, реально в Инстаграм? Не, нахуй, а что, реально в Инстаграме? Да ты заебёшь, блин! Бля, давай, блин! Давай! Да, я видел, но туристическая, да, у них повязка есть. Я просто сейчас не обратил внимания. Но я на Кузнецком мосту недавно видел, они тоже к музыкантам подходили с повязкой. Да-да-да, тут, конечно, туристы фотографируются. Да, сейчас вернемся на Никольскую. Спасибо за донат. Да, не только субботу, мне кажется, там эта часть города никогда не спит, потому что очень много туристов. Политик.
у меня в контакте, если интересно. А Луи там не ушел или просто они оставили еще витрину? Только что двух человек забанил, и я сам, когда хожу, не могу все делать, а потом перечитаю и забаню всех. И кто дурацкие вопросы задает тоже. Не отвлекайте. Я сказал, все, кто политика, токсичное поведение, находят свою награду. А, все, уже ангел вернулся этот. А часто гоняют вас? Обнимаем ангелочка. Все. Давайте фоткаемся, есть подружки. Все, обняли, денежку получили. Да, ангел. Ну а почему? Ангелочки же они на старых вот картинах, они такие все пухленькие, вот он так и вырос. Я так понимаю, там внутри магазина какие-то должны быть. Тоже там экспозиции, композиции. И на Манежной площади. Но я на Манежную площадь завтра пойду, потому что уже сейчас темно. Не рассмотрим. Мордочка. Давайте без оскорблений, у кого какое лицо. Так, пропустили, походу. Ну что, попались бандиты? Отпускайте невинную девочку. Ваше имя, Юлия, вам. Хочу танец дождаться. Ну что, царица юная, стоишь, грустишь, на ваше имя, королева? Не стесняйся, я дам. Удачного вечера.
судьба. Всю атмосферу испортили. Здесь была такая праздничная. Сейчас как-то тихо. По их количеству, да, не только нормальные, но еще большой спрос есть. О, Вин Дизель, здорово, куда идешь? Занят. Кстати, ошибся. Бабушка, я думал, ушла. Она вот сюда просто пришла. Вот она каждый день здесь играет тоже. А, нет, это я тебе не могу.
место называется, кто спрашивал, «Вокруг света» на Никольской. Вот у них несколько входов, там вот сбоку и вот здесь. Его тяжело пройти. Но тут всегда весело. Тут сейчас борются на руках часто. Да, место, ну это центр Москвы получается. Там много баров, садись где хочешь. Какая халявка крутая. А третий еще болтает. Ну как раз стримы для баров и хорошо, потому что там музыка, которая лицензионная, и YouTube за нее сразу блочит. Поэтому, если вы интересно походить по ночной Москве именно, вы напишите, можно и погулять. Я уже в бабушках запутался. Это бабушка играет напротив кафе Моргенштейна, кайф. Я думаю сейчас спуститься туда, к Зарядью, по Зарядью прогуляться. В общем, кто хочет питейные заведения по Москве, чтобы походить, постримить, вы напишите в комментариях, чтобы я понял, насколько это интересно. Но там только стрим получится, скорее всего. Очень много музыки. Кто-то джаз любит, можно в джаз-кафе сходить, джаз-бар. Депо. А когда там лучше в депо? В пятницу?
завтра не пойду, прогулочка сегодня. Я сейчас с вами еще погуляю и потом пешком домой пойду. Мне метро не надо. Это Лубянка. Я, походу, приехала. Я же там только что снимал ее все время. И метро, соответственно, так же. Лубянский проезд мы идем. Вниз. Вот он. Высотка на Котельнической набережной, вот известная. Да, тут кафе, разведка, контрразведка, какой кафе, что это, все как бары. Тусовка, но сейчас они ее перекрыли. Она слишком стала популярной, мне кажется. Да-да-да, Китайгородская стена. Все верно. Да, вот мы здесь не музей, да?
Это уже метро Китай-город. Ну, можно там еще маленький кружочек сделать, я не знаю. Давайте, как планировали, заряди и там закончим, поставим точку. Так, ну что ж такое, ребят? Хорошо же, на вроде на русском языке. Никакой политики вообще. Если кто-то провоцирует, он будет забанен. Мы гуляем по Москве, наслаждаемся вечерним городом. Где вы здесь политику нашли? Люди вон в кафе, в баре видели? Отдыхают, веселятся. Важно, кто первый, кто последний. Я когда потом чат читаю, всех удаляю. Мне разбираться, вы думаете, время есть. Я, ну, уважайте чужое время. Я стараюсь это погулять, поснимать, выложить. А вы мне еще потом 2 часа читать какие-то политические срачи. Зачем? Просто сразу бан. Thank you.
классно, пропустили купание. Не успел. В Инстаграм условные попали, я считаю, достижение. Я не успел. Надо еще раз. Достаточно одному человеку зайти уже все. Массовые народные гуляния.
знает, отделение полиции, куда водят ангелов сюда. Так и сама, да?
все-таки на улице. Я не знаю, Москва в каком плане самый лучший считается? В плане климата это, наверное, один из самых ужасных городов. Солнца мало. Лето условное, зима длинная. Лето в мире вообще понятно. Это спор ради спора. Пройти лучше к горячему мосту. Это парк Зарядье. Кто-то писал, раньше здесь гостиница «Россия» была, который пожар был, как известно. Не, вначале были орнаменты, тут их нету. Они там при входе до первого павильона.
еще работает. Это дверь закрыта. Уже убираются. Город классный, я говорю, но мне климат вообще не могу. Сложный для меня. А насчет... С чемоданом, конечно. Тут только вариант, если, наверное, каждые 3 месяца куда-то на море ездить, хотя бы на недельку, на 2, то да, можно. Ну, а раз в год увидеть море, это сложно. Будем прощаться. Вы напишите про стримы. Мы уже действительно по ночной Москве погуляем, если это интересно. Спасибо всем за донаты. Да я в Питер хотел, но, наверное, в Питер уже не успею приехать. В Питере гулять тоже мне нравилось. Я просто, когда раньше ездил в Питер, еще не снимал. Но там можно снимать с утра до вечера, тоже центр очень живописный. Мне в Питере нравится культура ходить в мосты, смотреть, как разводят. Там посидеть на бережку с пивасиком.
климат в Питере еще хуже. Девочка мухомор. А, убежала. Ну, это старая камера, но устаревшая. Сейчас современные айфоны, они в темноте лучше снимают гораздо. Там оптическая стабилизация есть и прочее. Здесь всего нет. Это самый дешевый телефон с двумя камерами, мне кажется. Поэтому никому не рекомендую его. Я бы сам бы взял какой-нибудь получше. А, так я отойду, если давайте, давай. Не попадай, мы же не можем мужчина. Вы что, блогер? Извините. Вас надо снять? Нет. Всех позов встали. Подожди, так, всех ложки, кадры. Дайте, это вы блогер? Ну, это сейчас на YouTube лайвстрим. Вот на YouTube выкладывайте, пожалуйста. Все. Уже выложили. Хлои. Хлои. Давайте я на вас подпишусь. А вы нас можете красиво сфоткать? Не то, что на наш телефон. А потом в Инстаграм. Как-то естественно, так что такая чтобы вот все были душевная история была. Естественно, но красиво. Потому что мы все работали в одной компании. Мужчина, не уходите. Все, я уже... Надо уходить, надо идти. Уходите, пожалуйста. Все, ребят, надо бежать. Тут какие-то маньяки. А мне сюда мы идти. Все, спокойной ночи всем. Спасибо еще раз за все.